Всем привет! Сегодня видео о том, как правильно строить ветки. Надо ли всех в первый уровень, надо ли в короткие морковки, в длинные морковки, что такое личная группа и вообще, что такое ветка. Смотрите, есть три способа построения веток. Вот вы, это вы. Вы строите всех, регистрируете всех в первый уровень. Маша, Катя, Лена... кто-то еще, да? Они могут быть просто покупателями, они могут тоже регистрировать людей, это не важно. Вы всех ставите первый уровень под себя. Это называется метод ромашкой, когда вы всех просто под себя, не под них кого-то подписываете. Если они кого-то подписали, конечно, это тоже ваши люди, вам с ним начисляется зарплата. В случае данного построения он самый выгодный по деньгам. Вы получаете зарплату полностью. Вот 23% будете получать со всех. Вы на 23%. То есть вы получаете 23% с товарооборота. У вас, допустим, 3000 баллов. Да? Каждый делает 10, 50, 100, хоть сколько он делает. Вы получаете со всех 23%. Есть еще метод. Делать короткие морковки. То есть, вот вы зарегистрировали трех человек, допустим, под себя в первый уровень. Следующих людей вы зарегистрировали под них. Дальше, еще кого-то под них вы зарегистрировали, вот так вот. Вы отдали им часть своей зарплаты. Часть. Не всю, у вас чуть-чуть поменьше. Потому что... если вы на каком-то проценте, допустим, вы на 23%, у вас побольше этих веточек, да? Ну, я для примера, вот этот человек, он на 3%. Этот человек стал на 6%. То есть 3% это 100 баллов товарооборот всей его группы, его самого. 6% это 200 баллов группы и его самого. И тут какая-то 9% ветка, еще какие-то, снова 6% ветки есть, маленькие. То есть вы доводите эти ветки чуть-чуть и начинаете следующую, или параллельно ведете несколько. Этот метод, вот эти два метода самые хорошие, это уже каждый сам решает. Когда эти ветки сами дорастут, то есть эти люди сами построят свой бизнес, потому что все здесь пришли за деньгами, каждый строит сам свой бизнес, они достроят, ветка вышла в итоге не 3%, а стала 23%. Вот если бы у вас была только одна эта ветка, и она доросла до 23%, вы перестаете, если у вас вот этих веток нет, вы перестаете с этой ветки получать. Если у вас эти ветки были, то есть отрыв соблюдается, вот это отрыв. Вот эти ветки от этой, когда она вышла на 23%, здесь нужен отрыв. То есть вы с этой ветки начинаете получать 0. Если у вас есть эти ветки, есть они, у вас отрыв соблюдается. Допустим, вот эта ветка набрала 3000 баллов. Эти все суммарно и другие, может быть, все в первом уровне, остальные 2000 баллов набрали. Вы с этой ветки получаете 5%, а с остальных, если в первый уровень всех регистрируете, то 23%. Что, если вы ведете от всего одну ветку? Вот как нас учили в Oriflame, откуда я пришла, настроили ветку морковкой, в результате зарплата практически 0 или 300 рублей, да? Вот вы. Допустим, вы дошли до уровня 9%. Это определенный товарооборот. Но вы-то не строите отрыв, вторые ветки, третий, четвертый, в первый уровень не строите. Вот вы ведете всех друг под друга. Вы всю свою зарплату кому отдали? Вот этому человеку, потому что он тоже под вами вышел на 9%. Вы при этом получите 0.
Если вы ведете другую ветку, между вами процентный разрыв, и вы тогда зарплату с этой ветки получите, потому что между вами есть отрыв. Должен соблюдаться отрыв. Не должно быть такого, что вы на 9, и под вами человек на 9%. Да? Вот если у вас еще вторая ветка, она там вышла, ну, для новичков это уже, в принципе, непонятно будет. Просто поверьте на слово. Или вы строите коротенькие веточки, и много их, обязательно, не одна. Вот так вообще не строим, это неправильный метод. Вы себя лишаете зарплаты. У этого человека такая же будет проблема, когда под ним выйдет другой человек, тоже на 9% в итоге, и этот останется на 9%. Пока еще вот эти люди могут, кто-то нижний там делать побольше, тут какие-то люди могут появиться, да? Он может быть еще на 6%. Вот этот человек получит зарплату разницу 3%, да, с группы, но это очень мало. То есть вести ветку морковкой никому не выгодно. Ваши новички будут жаловаться, да, что у них маленькая зарплата. И потому что выгоднее всех в первый уровень вот таким методом. И обучать их, дать им все инструменты, чтобы они сами научились. У меня есть ветка, первоначально я делала как в Oriflame, строила одну ветку вниз. Вот если бы я всех этих людей построила вот так вот, а не вот так вот. У меня здесь уже директоров 12, да, выросло. То есть с этой ветки я получаю 5%, да, всего. А здесь я бы с них получала 23%. Разница вообще огромная там в доходе. Во много раз она. То есть зарплата была бы выше. Потому что каждую ветку мы, в принципе, строим вот небольшую такую ветку. Если мы правильно строим несколько веток, это равно квартире, которую мы сдаем в аренду пожизненно. Это пассивный доход. Каждая ветка пожизненно. Вы можете быть на старшем директоре, настроить 50 таких веток и получать 500 тысяч рублей. А можете сидеть вот с такой морковкой, которой 100 миллионов тысяч товарооборот рублей и не получать с нее ничего. Или две ветки такие в глубину, ну, аналогичная ситуация будет. Не надо ее доводить. Если она сама дошла, хорошо. Но вы должны уметь регистрировать еще другие ветки. У вас должно быть минимум две ветки. Минимум три ветки. А лучше 1000. То есть, вот такой метод, он никому плюс не делает. К тому же, если вы какому-то человеку, получается, помогаете, вы, во-первых, так как регистрируете не в первый уровень, не участвуете в розыгрыше 10-го айфона, не участвуете в куче акций для наставников, там куча подарков. Потом, не участвуете, очень много программ есть для наставников, которые регистрируют первый уровень. Потом вы не получаете путевку в Турцию, которую я предоставляю, оплачиваю абсолютно бесплатно, да, директорам. То есть, зачем вы должны вот этому человеку отдать свою зарплату, Турцию, айфон, кучу подарков. Зачем? Смысла нет, никто этого не захочет. Вы сами хотите так сделать? Сами будете вот этому неизвестному человеку, который с интернета пришел, все это отдавать? Давай я за тебя поработаю, я тебе все сделаю. А вот этот человек, он с группой-то своей не работает. Вы ему зарегистрировали 1000 людей, да, под него. А он их, во-первых, не обзванивает, с отчетами не работает, еще и ноет, что ему зарплата маленькая, потому что у него тоже тут, если кто-то начал под ним работать, а он сам регистрировать не умеет, у него будут вычеты зарплаты, получается, да? Не в полной мере он ее будет получать, потому что неправильно просто ветки строить. Нужно или так строить. Так что вот этот метод не выбираем ни в коем случае. На другие компании не ориентируемся. Кто хочет, вот это выгодно спонсорам, которым надо там закрыть себе какое-то звание, получить премию. Вот они обманывают просто новичков и говорят, давай строй там, вот кто построил там, 5 привел 5 активных новичков, я под вашу 6-ю ветку веду спонсорскую. Ну, если человек уже научился регистрировать, да, и работать со своей группой, ему не нужна какая-то там 6-я ветка, он сам 10 настроит, вообще без проблем. По 10 регистраций в день, да, вот. Но если
одним, у меня вот в структуре ветка есть, я людей вот так поставила. Они, да, делают по 50 баллов, но сами не привели ни одного человека. Я под ними ветку настроила. На каком-то этапе, когда нужен был отрыв, они перестали получать зарплату. Еще и недовольны, что как так? Они же вот заказ-то сделали, им же тоже должны платить 200 тысяч, как мне, да? А что-то не платят. Ну а за что платить-то, если не работали? За сделанный заказ, что ли? Ну извините, привнес 1000 рублей в компанию. За что зарплату 200 тысяч платить? Тут кто работает, тот и получает. Я зарегистрирована под человека, которого я вообще не знаю. Он не получает зарплату, у него нет зарплаты, а я получаю. Вот смотрите, у вас вот здесь 50 веток, или вот здесь 50 веток. У вашего наставника это сколько? Это одна ветка у него. Он получает, как с одной ветки, вот, 5%, если он вышел, допустим, вторую строит, он с этой ветки начинает 23 получать, или 0. Если он строит вторую ветку, это у вас 50 веток, а у него-то одна, поэтому тут не надо думать, что верхушка получает больше, здесь получают только те, кто работает, вот. Поэтому вот здесь ни другим людям хуже не делаем, ни себе. Учите просто людей работать, зарабатывать, давайте им инструменты, какие-то программки автоматические, научите их открывать аккаунты, строить бизнес. Вот с этими навыками может любой бизнес вести. Свой интернет-магазин он может продвигать по жизни, у него навыки уже есть зарабатывать в жизни. Он может параллельно еще 500 магазинов открыть. И просто там надо заниматься доставкой напрямую. А здесь в чем плюс? Доставкой и зарплата очень хорошая. Доставкой мы не занимаемся. Все эти люди, которые у вас там несколько тысяч уже, да, допустим, мы не бегаем на почту и не отправляем им посылки. Компания отправляет напрямую. При этом мы, кто, конечно, хочет, занимается продажами, но в основном тут никто не занимается продажами, каждый берет для себя. Большинство, причем просто покупатели, и они не регистрируют людей. Кто-то регистрирует, так регистрирует, как хочет регистрирует, так, этот кого-то еще. В общем, это дело каждого, как строить. Вот в таком методе, если вы будете вглубь вести несколько веток, до самой-самой глубины, до 3000 баллов, каждую ветку, вы получите единоразово премию. Но тот путь, который вы идете, вот так вот строя, вы теряете в зарплате намного больше, чем вот эта единоразовая премия. Поэтому лучше всех обучать, чтобы они сами выходили на доход, не ждали никакой халявы. То есть пришли, 1000 рублей заказ сделали, все, и ожидают, что из них кто-то сделает директора. Ну, люди работать сюда пришли или что вообще? Или что кто-то за них бизнес построит? Ни за одного лидера тут бизнес не построили. Абсолютно ни одного нет лидера, за которого что-то вообще построили. Есть такие, да, которые хотят закрыть звание, хотят премию получить, потому что у них уже и веток куча, и они хотят это уже дальше, после уровня какого-то директора, да, можно строить вглубь и получать дополнительно премии. Вот он говорит людям, я вас принимаю только если вы 50 баллов сделаете, еще приведете 5 активных новичков, тогда я вам дам спонсорскую ветку. То есть сделаю из вас директора. Ну да, только строит-то не он, причем, а вот эти все люди, которым он так сказал, 50 баллов делаете и приводите еще по 5 людей. То есть под вас эти люди строят ветку. Но если вы вторую не научились сами регистрировать, то есть вторую не ведете, третью не ведете, причем с такой же скоростью, как и вот все эти люди, ваша зарплата-то будет здесь 0. Ваша зарплата будет начисляться 23% на ваш заказ. Вот сколько вы сделали? 10 баллов, 100 баллов. Вот на него вы получите возврат в виде зарплаты 23%. А здесь просто любой сетевой компании нужно соблюдать отрывы. У нас отрывы и так очень маленькие между ветками. 1000 баллов всего. То есть настроили вы 3 ветки до конца, до 3000 баллов. Вот. Вы должны от четвертой ветки оторваться всего на 1000 баллов. Вообще малюсенькую построить там 9% ветку, да? Или 12% ветку. И все, этого достаточно. В Oriflame нужен отрыв 7500 баллов. Это нужно 10 веток еще построить, чтобы вот с этих длинных получать. Иначе вы 3 ветки настроили в Oriflame,
мало того, что каждая не 3000 баллов, а 7500 баллов, да, то вы еще с них получаете полный ноль на любом уровне, даже на бриллианте. Я очень хорошо перечитала этот маркетинг-план, но сейчас там новый, что-то поменялось недавно. Вот. Если вы постоянно, ваша ветка растет, она доходит до 3000, ой, до 7500 в Арифлейме, вы должны снова отрыв сделать, новую ветку аж на 7500 баллов. Или всех в первый уровень, или маленькие ветки, чтобы в сумме 7500 баллов вышло. Это вообще, я считаю, надо работать как лошадь, как сумасшедший. Ну, такой результат мало кто может показать, поэтому я знаю директоров, которые у нас очень много перешедших директоров в нашей структуре, которые вроде три ветки настроили, как их учили, вглубь, а зарплата 8000 рублей. При этом еще и налог тут уходит, плюс еще на продукцию уходит, там 150 баллов обязательных, да, в Арифлейме с уровня директора 200 баллов обязательных. Поэтому, по крайней мере, так было в предыдущем плане развития. Написано от 63 страницы до 73. Вот это все было расписано подробно. У нас маркетинг намного проще, поэтому выполнять его проще. Всего 1000 баллов отрыв от ветки, да? Это касается веток директорских, 23, которые дошли до 23%, и вы при этом директор. Это не касается вот маленьких веток, которые вот еще такие. Это не актуально, это потом будет актуально. Когда вы столько работали, два года к этому шли, а потом у вас бац, и нету зарплаты, да? Чтобы такого не было, нужно не меньше трех веток строить. Или малюсеньких, или всех первого уровня. Это тоже ветка. Просто под ней только, в ней только один человек. Вот так вот. Это вообще, это вот красным я прямо зачеркну. Вот так вообще не строим. Одну ветку не строим. И даже две до такой глубины не достраиваем. Чтобы у вас, мы все сюда пришли за деньгами. Поэтому деньги и зарабатываем. И других обучаем, даем возможность, инструменты. Кто хочет, тот работает. Активные работают и без наставника. Знаю очень много лидеров, которые вообще знать не знают своего наставника. И говорят, а что в интернете же все есть? Все для рекрутинга, все материалы в открытом доступе. Так прям забиваем в Google, в YouTube. Рекрутинг в Одноклассниках. Рекрутинг в Фейсбуке. Рекрутинг на Авито. Все нам выдаст. Вообще все выдаст. Как записать видео на телефоне. В таком телефоне, в этом телефоне. В Google вводим запрос, и у нас все там выходит. Какие программы есть для Инстаграма? Тоже все выходит. Вот ничего не скрываем, все есть в открытом доступе. Никаких секретов ни у кого нет, секретных программ ни у кого нет, секретных текстов нет. Все шаблоны, прям пишем, шаблоны. Любой сетевой компании, пишите вам, куча сайтов вылезет со всеми шаблонами. Они все одинаковые, все переделанные друг от друга. Но вы должны слать шаблон людям такой, который нравится вам. Если вам кажется, что там что-то не соответствует, меняйте его на свой или находите просто другой. Если вам не нравится то, что вы шлете, он не будет у вас работать. Если вас полностью устраивает ваш шаблон, вот его и шлите. Потому что многие люди выходили на директора с таким шаблоном, вообще в личку слали в Одноклассниках. Вот это. Здравствуйте, я менеджер Faberlic. Первое, предлагаю вам стать покупателем, второе, предлагаю вам продажи, третье, предлагаю вам подработку, да? Мне этот шаблон не нравится, он у меня не будет работать. А кому-то он нравился, кто-то не знал других шаблонов и вышел на нем на директора. Каждый день слал в личку. Я спамные методы, конечно, не приветствую, но они тоже работают. Поэтому, если вам нравится другой более красивый шаблон, другая картинка какая-то красивая, выбирайте, которая вам нравится. Они все работают. На всех есть определенная статистика. Не надо думать, если вы отправили 3, то если он у вас не сработал, все, это шаблон виноват. Не шаблон виноват, просто количество не то делаете. Если уж в Одноклассниках шлете в личку, то 150 надо делать, тогда будет работать. Тогда у вас будет там 4-6 регистраций в день, да? Если ВКонтакте объявления размещаете в группах,
не в личку слать, не в друзья добавлять объявления, то нужно слать 600 объявлений. А если вы отправили 40, ну, они у меня не сработают, потому что ну, большинство групп там фейковые. Поэтому выбирайте просто, изучайте статистику каждого метода. Вот тогда у вас будет работать. У нас есть чат отчетов по работе. Там у всех видно, кто разместил 300 объявлений, столько-то регистраций, кто разместил 600. Кто разместил 300, у него там несколько регистраций. Кто 600 разместил, но у него не меньше 14. То есть все дело в статистике, а не в шаблоне, который вы шлете. Все могут слать абсолютно одинаковый шаблон, но статистика в итоге, вот в таких больших числах, она у всех одинаковая. Нужно соблюдать статистику. То есть это бизнес больших чисел. Мы здесь не думаем, что мы вот привели 3 человека, да, и они сделают нас миллионерами. Нет, мы приводим 1000 человек, и кто-то найдется из них 3, которые сделают нас миллионером, да, которые включатся активно в работу, вот, и начнут, которые уже созрели к этому бизнесу, а не которые потом говорят, ой, я не знаю, что хочу, на самом-то деле он хочет сидеть на диване, ничего не делать, отговариваться, что у него ребенок болеет, подтирать ему сопли, и ничего не делать. И только определенный маленький процент людей захочет что-то делать. Вот с ними нужно работать, помогать им, обучать, давать какие-то материалы, подсказывать. Потому что вы все равно же будете знать больше. Ну, если, конечно, изучаете. Есть те, которые дольше меня в компании, они не знают условия стартовой программы, ничего не знают. Ну, это уж... Ну, поэтому они и могут быть... на каком-то проценте меньше, чем я. Потому что, повторюсь, у тех людей я-то одна ветка. Это у меня, может быть, 30 веток, да? 500 веток, может быть. А у него это одна ветка я. Потому что все они подо мной вот так вот зарегистрированы. А он не строит свои ветки, он не будет ничего зарабатывать. Так что не надо сваливать тут на верхушки. Верхушки зарабатывают больше. Здесь абсолютно все равноценно. Тот, кто подо мной вот настроил больше веток, чем я. Вот в данной картинке 1, 2, 3, 4, 5, 6 веток у меня, допустим, да? У меня, конечно, не 6 веток, а значительно больше. Но вот этот человек настроил не 6 веток, а, ну пусть 90 веток. 90 веток. Он будет зарабатывать больше, чем я, представляете? То есть я уже нормально зарабатываю здесь, но он будет во много раз больше меня зарабатывать, потому что у него 90 веток, но он-то у меня одна ветка. Понятно? Поэтому вы можете меня обогнать в доходе, если вы больше работаете, активнее работаете. Очень это приветствую, там все материалы, все программы. Пожалуйста, зарабатывайте больше, если у вас активности больше, желания больше, времени. Поэтому вот этот метод ромашкой, я склоняюсь больше даже, чем к этому, это на втором месте. Этот, ну даже не на третьем месте, на никаком месте. А, кстати, еще что такое личная группа, забыла сказать. Вот вышли вы, это вы построили ветку морковкой одну. Вы вышли на 23%, товарооборот 3000 баллов группы. Ну, кто еще не знает, что такое баллы, уже прочитайте в кабинете. Зарегистрироваться и не знаю, что такое баллы, я уже здесь объяснять не буду. Значит, вот этот человек тоже вышел на 23%. Строил он там вторую ветку, не строил, может так, может вот так они строили, еще там, может этот человек настроил. Ну, суммарно тут вот 3000 баллов. И вот он стал директором. У него соблюдается отрыв там внизу, у него есть, допустим, если отрыва нет, то... Ну, в общем, и с отрывами у него все в порядке, и с другими ветками... Вы при этом тоже на 23% вышли. У вас же те же самые баллы. Ну, может, своих еще там 50 или 100. Дальше
он отделяется у нас. Его в отчетах у нас не видно. Мы уже не можем с этой группой работать. С ней работает вот этот директор. Он стал директором, он получает зарплату. Минимум 40 тысяч. Минимум премия от 55 тысяч. Если удвоенная, то 110 тысяч премия. И выше. Это минимальные, да? Вот. Отделяется. Вот их даже в отчетах у нас не видно, нигде не видно в кабинете. Потому что вот этот директор должен со своей группой работать. Вы ее настроили или он сам настроил, это не важно. Это уже не ваша личная группа. Ваша личная группа теперь называется. Что вы настроили всех? В первый уровень короткими морковками, длинными морковками, но которые еще не вышли на 23%, там не появился свой директор. Они все входят в вашу личную группу. Называется личная группа. Это уже не личная группа, это уже отделившаяся ветка. Вы, конечно, не получаете зарплату. У вас отрыв соблюдается. Вы с нее получаете зарплату 5%. Да? Вот. Вот с этих вы с первых уровней всех получаете 23. Это ваша личная группа. Вы с ней должны работать. Вы должны их обзванивать. Ну, точнее, если вы хотите расти, конечно, и увеличивать свой товарооборот. Постоянных покупателей нужно обзванивать. У нас есть отчеты, где можно и по стартовой программе посмотреть отчет, и когда последний заказ делал, и все данные вообще можно посмотреть, и человеку позвонить, посмотреть его группа сколько сделала, и так далее. То есть со своей группой работаем, под какую акцию он попал, постоянно какие-то акции, то деньги на счет начислились, вот в прошлый раз 300 рублей, да, 1500 тенге, белорусских рублях уже не помню. В общем, пришли деньги на счет просто так, в случайном порядке, очень многим. Они же не в курсе, им пришла какая-то смс короткая или e-mail, они не читают, не открыли, или им непонятно, или они подумали, что это какой-то розыгрыш. Ну, как так деньги на счет подарили, да, странно для людей. Вы должны им позвонить, объяснить. Я звонила многим, мне говорят: а я не понял, что мне деньги начислились. Им же по-русски там написано, ну, короткое сообщение. Вот. А e-mail многие не открывают. По статистике 30% открывает e-mail. Но они и так активные, они есть в чате и так. В принципе, они и так в курсе новостей, потому что мы в чатах все новости даем. Поэтому работаем со своей личной группой. Вот его новичок, это тоже наша личная группа. Если там какой-то активный есть, вы можете передать ему тоже, чтобы он с группой работал, если он уже научился проводить созвоны, научился работать с отчетами. Он уже получает зарплату, да, со своей группой, если он может работать. Но если вы вот так настроите группу, да, одну ветку, передали людей, а он с ней не работает, он им не звонит, об акциях не уведомляет, он просто развалит эту ветку. Не надо думать, что они прочные, длинные ветки прочные. У меня было две 12% ветки, которым я также вот людям передала, они вроде первое время как-то звонили, но я же не могу проверить, что они звонят. В итоге ветка вообще развалилась до 3%. Поэтому если там такой же лидер, как вы, минимум не нашелся, или лучше, да, даже чем вы, то не надо вот так ветку отдавать кому-то другому. Сами работаем с личной группой. Вот. Если видите, что тут рост какой-то лидер им занимается, а если там он на постоянном стоит, вроде лидер что-то делает, говорит, что обзванивает, да. А что он ему говорит, я же не знаю. Я могу спросить, он мне одно говорит, а им другое говорит. Я потом звоню, а эти вообще ни о чем не в курсе, которых он зарегистрировал даже, или я ему зарегистрировала. Они ни о чем не в курсе, что делать надо, а что за акция, вообще ни о чем не в курсе. Потом эта ветка будет разваливаться, поэтому... Всех регистрируем, деньги свои, зарплату никому не дарим. Всех регистрируем просто в первый уровень. Хотите кому-то помочь? Лучше научите его. То есть удочку даем, да, а не рыбу. Тогда человек будет вам благодарен, когда он научился сам 500 веток строить, а не вот эту одну и ныть сидеть, что у него маленькая зарплата. Потому что здесь зарплата-то не будет при таком построении.
Вот здесь вы полностью получаете всю зарплату. Как написано, с товарооборота 3000 баллов получаете 41 200 рублей. Так вот ровно и будете получать. Плюс еще премия, если быстро построите, 110 тысяч рублей премия. А при этом товарооборота создали всего-то там, ну, смотря чем, одежды, не одежды, у нас же два вида баллов. То есть в среднем на 300 тысяч рублей создали товарооборот. И все, и у вас такие деньги. Нормальные. В принципе, кто работает менеджером, в таких небольших городах 10 тысяч, 15 рублей получают. В каких-то деревнях вообще зарплата 5 тысяч рублей. И они там пашут по 12 часов. А вы тут, ну, тоже надо? Или вы приняли решение работать хотя бы 2-3 часа в день, да? И у вас будет результат. Или вы считаете, что вы сделали, купили чай здесь, а не в Магните, и вам должны заплатить за это 200 тысяч рублей, ну или хотя бы 50. Ну, я не вижу, за что тут платить. Компания же тоже, она, кто работает, тот и платит. Тут маркетинг же не просто так придумывался, хорошо прорабатывался, чтобы зарабатывали только те, кто работает. А мы этому и учим. Так что, надеюсь, было понятно про личную группу, про ветки и куда строить. То есть каждый решает сам, как хотите. То есть это дополнительно мотивирует людей на первом этапе. Но если они, в общем-то, не такие уж и лидеры, а больше как покупатели, то вы просто подарили им зарплату. И с этими людьми уже эта ветка может и развалиться как раз. Вот длинная ветка чаще даже разваливается, чем те, которые сами построили свои веточки, хотя бы маленькие. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте лайк. Всем пока!